It's my first time in Russia, in Moscow. It's negative 25 degrees Celsius. I'm cold. I've never been in that amount of cold before, but I've met so many amazing people that they embrace me. And I'm so happy to be here because it's so cultural here. I get to go to the Bolshoi tomorrow. I've been able to see Kremlin and the Red Square, places that I've only read about and seen. And now I'm here, so I love it. Очень продуктивный сегодня день прошел, несмотря что суббота. Вы знаете, самое главное, что здесь встретились, люди общаются из разных сегментов индустрии. Я думаю, что появится в результате много очень новых интересных проектов. Да, это как большая пресс-конференция фактически, на какую-то заданную тему. Тем этих было много, я затрудняюсь сказать сколько, но больше десятка точно за один день. Это десяток круглых столов, где на очень серьезном профессиональном уровне лучшие люди в индустрии что-то обсуждали. Я сейчас не себя имею в виду ни в коем случае. Особенность в том, что эти люди, которые были на конференции, они рождают идеи, проекты, которые потом проецируются на всю нашу аудиторию, на всю страну. Получила очень много ответов. Неожиданно на свои вопросы. Много горящих глаз, много интересных лиц, новых людей. И я думаю, что это все будет проектом. This evening was incredible to see everyone from over the globe come to Russia to speak about how to impact their culture through television and film and how to grow it into new media. It inspired me to want to come here more often and find ways to be a part of it. Oh, I love this evening. This is fantastic. What is so great is everybody here is so smart and so creative, and it's lovely to see everybody having fun.